валим на гелике. А мы валим на пекине. Ромашка белая, а лепесточка нежная. Нахрен нам дороги, пошли по лесу. Опа. Ребята, всем привет, всех приветствую. Выехал вот потестить, прошел обкатку. Взял GoPro-шку себе, сейчас заодно протестирую. Не знаю, как будет по звуку, интересно. По качеству изображения вроде бы отлично. Вот. Акация цветет. Пчелы гудут. Красота. Сейчас потестим его. Заезжаем в лес. Посмотрите, какие у нас тут красивые места. Дорожить красу родной природы. Не сметить улиси. Вот. Ну, поехали. Чё? Чё ждать? Так, тестируем звук. Раз, раз. Прием, прием, как слышно. Ну, чувствую, надо будет поорать. Если тихо говорить, то, наверное, ни хрена меня не будет слышно. Вот еще какой минус, я забыл сказать. Здесь это нету кикстартера, ребята. На Текине. Если где-то в каких-то ебенях сядет аккумулятор, накроется вот. Он тяжелый. Тяжелый. Это будет жопа. Если где-то в лесу. Цеп надо менять. Потому что он не годится ни хрена. Китайский. Ребята там говорят, надо японский. И на 10 тысяч можно забыть. А этот вот родной. После каждой. После каждой такой вот покатушки приходится подтягивать. Тянется очень сильно. Ну, в целом, мотоцикл супер. Просто потихоньку его настроить на свой лад. Вот еще после дождя бляха-муха выехал. Не разложиться тут. Отлично. GoPro-шка 7. Silver, по-моему. Или White. Silver, по-моему. Что забыл? Если будет спрашивать. 7 GoPro-шка. Масло поменял. Масло поменял. Подъезжаем мы в лес. Такая вот у нас тут красота. Тут уже пески пошли. По проходимости мотоцикл супер, ребята, супер, реально. Ну, дороги по барам не нужны, короче. Хоть по дороге, хоть просто через лес, без дороги, по барабану. Идет шелкопанный. Сильно его сегодня насиловать не буду, так как, повторюсь, хочу завтра на след попасть. Деваться. Да и вообще в планах было взять какой-то питбайк. Этот не особо хочется убивать. Этот как бы использовать на дальнячки куда-то. А по месту взять, по лесу гонять какой-то питбайк и его просто тупо убивать. Вот, есть такое в мысли. Ну, посмотрим. Посмотрим. Куда пойдем? Пойдем сюда.
Вот, вот эта вот проблема, слышали? Не знаю, слышно или нет. О, о, шишка, шишка попала, все, пипец. Вот это беда. Вот это беда. Так можно оторвать и щиток нахрен. Вот. О, слышите? О, бляха-мух. Вот. Это такой минус. И нету кикстартера, тоже мне не нравится особо. Что-то... Так, 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 так. Стоя, на нем приятно ездить стоя. Вот реально, вот встал, все, как король. За рулем как король. Реально. Широкий, удобный. Ну, я ездил на китайцах, на разных. Не скажу, что там кучу перепробовал какой-то, я там профессионал, там разбираюсь, ну просто. Но именно вот на этом мотоцикле чувствуешь себя уверенно. Он большой, реально большой. Ну, по пескам, ребята, вот, пофиги. Идем, смотрите, как попало. Для песка мод отличный просто. По пескам вот это вот идет, он устойчивый, ничего его не носит, не кидает. Вообще супер. Пока перекур. Жопа, короче. О, пипец. Вот видите, я подтягивал дома вот. Перед выездом натянул, вот немножко дал по лесу, и все, ребята, видите, не годится, не годится. А тянуть уже там практически некуда. Вот я проехал чуть больше 1000, подтягивал уже его раз 10, наверное. Да там надо его подтягивать, вот этот китайский, чуть ли не после каждой покатушки. Вот. Ну, парни, вон, говорят, надо какой-то фирменный, какой-то там японский. И, мол, поставил и забыл. Раз подтянул там. Говорят, что там на 10 тысяч или на сколько, не знаю, врут, не врут. Ромашка белая, а лепесточка нежная. Пять разогнал. 75 цеп не в задницу вообще. Бляха-муха. Опять эти шишки. Опять эти шишки. Ребята, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если на канале будет активность, комментарии, просмотры, новые подписчики, зрители, буду снимать. Если активности не будет, давайте наберем под этим видео, я знаю, хотя бы пару сотен лайков. И тогда я пойму, что стоит снимать дальше. Потому что, ребят, смотрю, снимает много. Не знаю, есть ли смысл мне снимать, пишите в комментариях. Все там гоцают на вот этих вот КТМах. Что-то я не туда пошел. На КТМах, на вот этих вот, в основном мало кто на китайцах. Интересно будет вам на китайце, какие покатушки. А, вот дорога. Пишем комментарии, что вас еще интересует, на какую тему снимать ролики. Я катаюсь первый сезон, ну вот так вот типа, более-менее. И до этого катался тоже, но катался на таких, на мопедах, можно сказать. Ну что, поехали, еще тут немножко.
нахрен нам дороги? У нас типа эндуро. Он как бы идет эндуро мотард. Он не полноценный эндуро. Он дорожник. Дорожник эндуро мотард, короче. Нахрен нам дороги? Пошли по лесу. Нахрен нам дороги? Пошли по лесу. Я чувствую, я его сегодня убью нахрен. И на след не попаду. Не шучу. Есть. Опа. Первая. Опа. Опа. Вот. Первое падение на нем. Ничего, нормально. Хорошо. Вот многие говорят, нахрена вот эти вот крашпэды, снимите их нахрен. Вот, первое падение. Точно, бляха-муха, я на след не попаду завтра, наверное. Еще немножко покатаюсь. И попаду, разве что на машине поеду. Вот, видите, вот эти вот крашпэды спасли пластмассу. Пластик хороший тут. Пластик хороший. Такой гнущийся. Я бы не сказал, что хреновый. Руль, не знаю, не погнул руль. Рули, конечно, не в жопу. Но падение не сильное такое. Тут мягко. Как бы. Вот. А в чё я влетел? А, вот. Вот. Ну ничего. Короче, поехали дальше, ребят. Я думаю, такой контент зайдет. Людям нравится падение. Из-за зеленки хреново видно. Пеньки. Я рисковать не буду, потому что хорошо, я гонял. Еще обкатку даже не прошел, как только купил его. Еще зеленки нету в лесу. Хорошо видно все как-то. В принципе, можно ехать и сейчас, но я, если честно, ребят, его жалею, вот этот мотик. Не знаю, что, ну, я его не брал с такой целью, чтобы там убивать, как ребята берут. Я для таких целей, если дело пойдет дальше, для таких целей, если вам интересно, планирую взять какого-то хорошего питбайка, вот, и его как бы убивать. Валить. Ребята, он снимает на питбайках, потому что еще один мотоцикл я не потяну. Еще один какой-то эндуро взять реально. Меня просто с дома выгонят, чтобы убивать его. Какого-то питбайка можно взять. Какую-то 150-очку. Вот. По бездорожью, по конкретному сниму ролик. Надо какой-то помощник, возьму друга. Он поснимает со стороны. Потому что это как бы на GoPro-шку это, того эффекта нету. Вот. А если кто-то со стороны будет на хорошую камеру. У меня есть камера неплохая. Снимает. Вот. И в принципе. Вау! Подрывает он. Валим на гелике. А мы. Валим на текине. На китайском мотоке. Ну, китайцы молодцы. Китайцы. Все говорят, что китайцы вот-вот они обгонят всех. И японцев. И по качеству я вам скажу. Вот раньше. Самая первая техника. Вот эти мопеды там шли. Скутера. У меня был первый мопед там Дельта 2007 год, там скутера шли, там я забыл уже название тоже. И как бы качество реально хреновое было. Сейчас качество сборки у китайцев лучше, качество пластика, всего, короче, металла. Ну, металла не особо. Металл у них как был рисовый, так в основном. Ну, я бы не сказал. Вот. Я не то, что вот этот мотик, типа, как бы хвалю, потому что я его взял. Не, я вон там снимал минусы про этот мотоцикл. Мне даже там
друг звонит, говорит, что ты недовольный своим мотоциклом или что уже. Не, я говорю, просто снимаю правду. Вот что мне не нравится, не понравилось в этом мотоцикле. Вот я снял, показал. Двигаюсь домой. Всем спасибо, кто посмотрел. Пишем, комментируем, ставим лайки, дизлайки. Ребята, всем удачи. Всем ни гвоздя, ни жезла. Всем пока.